Первый звонок нового учебного года прозвенел в средней школе номер 22 на минувших выходных. Традиционно на торжественной линейке самые взволнованные всегда первоклассники и их родители. Однако и те, кто постарше, в такой день не скрывают эмоций. Летние месяцы хоть и считаются временем беззаботным и самым любимым, однако и учебная пора всегда наполнена яркими красками увлекательных событий и открытий. Именно поэтому, несмотря на хандру по лету, ученики 22-й Брестской школы рады началу первой школьной четверти. У нас как бы класс не очень. Очень большой средний класс, но да, друзья есть, и хочется наконец-то встретиться с друзьями, хотя и гуляли, но не со всеми. Встретила друзей своих, которых давно не видела. Радость. У учащихся именно этого учреждения образования повод для радости двойной. Вместе с началом учебного года свою деятельность начинает и обновленный пищеблок. После проведения всех работ он как в техническом, так и в технологическом плане находится на высоком уровне. К тому же имеет расширенные функциональные возможности. Помещение столовой будет использоваться и в качестве актового зала. Я очень рад, что нам удалось, несмотря на все проблемы, в этой школе провести большой объем работ. Прежде всего, это и ограждение школы. Естественно, это пищеблок, который сделан, как мне кажется, и качественно, и довольно экономно. 2,5 миллиарда для пищеблока – это нормальная сумма. И здесь нам нравится то, что, учитывая отсутствие в школе актового зала, мы можем комбинированно использовать даже вот это помещение и как место проведения массовых мероприятий, и, собственно, как сам обеденная зона. Моя мечта, вот если говорить, какая моя мечта, здесь в преддверии нового учебного года, чтобы наша каждая школа Московского района имела пищеблок вот такого уровня, как минимум. Работы в этом направлении предстоит еще очень много. Порядка 6 школ нуждаются вот в таких работах, но благодаря поддержке губернатора области, его личному контролю за состоянием материальной базы учреждения образования и города Бреста и Московского района, эта работа уже 2 года как сдвинулась с точки. На этом модификация школы не заканчивается. Замена напольного покрытия в коридоре также в списке выполненных работ. Немаловажным приобретением для образовательного учреждения стали компьютеры, интерактивный стенд и проектор. Без сомнения, все это будет прекрасным подспорьем в процессе обучения как учителям, так и детям. Мы всегда чувствуем поддержку и помощь городской исполнительной власти и исполнительной власти Московского района города в плане совершенствования базы школы. В настоящее время мы имеем современное оборудование, имеем современное электронное средства. Модернизация учреждения образования не прихоть, а требование времени. Благодаря ее проведению процесс обучения с каждым годом становится все более доступным, многосторонним и современным. Поэтому для получения отличных результатов сегодня необходимо только желание самих школьников. Все необходимые условия созданы, осталось только приложить максимум усилий на пути к покорению все новых и новых научных вершин.